будешь сниматься или нет? Так сейчас, подожди, я прочитаю то, что там тебе. Алло, здравствуйте. Да, можно у вас еды заказать? Как какой? Веганская, конечно. Да. Школа барабанщиков SkyStix. Константиновская, 73. Ага, спасибо. Ждем. Я готов, друзья. Всем привет! С вами Александр Селезнев и барабанные фишки для айтишки. И в этом видео мы с вами выучим три топовых ритма, которые играются 16-ми нотами. Надеюсь, вы знаете, что такое 16-е ноты. В первом уроке мы играли 8-ми нотами и считали их 1, и 2, и 3, и 4, и. Ну, вы помните, двоичный код 1, 0, 1, 0. 16-е ноты играются в 2 раза быстрее и считаются 1-та, и-та, 2-та, и-та, 3-та, и-та, 4-та, и-та. На двоичный код это не переводится, хотя это ровно 2 раза быстрее, те же 1, 0. Куда мне смотреть? Туда? Туда. Сразу предупрежду, что для того, чтобы качественно выучить любой ритм, нужно начинать с экстремально медленного темпа и считать вслух. Итак, первый ритм. Это легендарный ритм 80-х, стиль диско. В этом ритме мы играем 16 ноты по хай-хету. Раз та и та, два та и та, три та и та, четыре та и та. Бас-барабан играет у нас на каждую долю, на первую, вторую, третью, четвертую. И малый барабан играет на вторую и четвертую долю. А если вы не просто начинающий айтишник, а уже целитесь в тимлиды, мы с вами добавим открытый хет на И. Переходим на следующий уровень. Этот ритм немножко сложнее, так как здесь нога играет не ровные четверти, а более сложный ритм. Переходим на уровень третий. Этот ритм еще сложнее, чем предыдущий, потому что в нем используется синкопа. Синкопа – это смещение сильной доли на слабую. Чего? Это непонятно. Сильная доля – это раз, два, три, четыре, а слабые доли – это все, которые находятся между ними. Если сильные были... С синкопой в бас-барабане это будет звучать так. В этом ритме очень важно, чтобы вас... Восторжествовала справедливость. В этом ритме очень важно, чтобы ваш второй удар бас-барабана совпадал с левой рукой партии хай-хета.
Еду принесли. Тут нет моего любимого. Мне 30 лет, чем я занимаюсь?